Всем привет! Сегодня у нас 9 июля. Я опять у отца в саду. Поспевает у него вот такая слива. Наверное, какой-то из ренклодов. Сорт не знает, ни он, ни я. Как называется, сорт очень старый. Рос у соседей давным-давно. Потом слива начала пропадать, отцу она нравится. По характеристикам, по вкусу. Он решил себе прищипнуть. И тут у нас уже растет она лет 20, наверное. То есть вот такие вот сливы поспевает середина июля. Вот она только-только начала некоторые плоды поспевать. Это на верхушке, я на лестнице стою. Вот такого цвета плоды. Плоды в среднем 50-60 грамм. Такие красивые. Где же резкость я моя? Сейчас сорву, сважу. Есть черенки у нас этого сорта. Сорт старый, проверенный, хороший. Вот в руке. Какой он имеет вид. Сейчас я нарву, сважу, попробую на вкус, какой он. Тут вот на ветке его. Дерево высокое, здоровое. Вяжется он так, среднее, не сильно хорошо. Ему нужен опылитель. Но плоды такие красивые. Сейчас еще сорвем. Сважим какой. Ну, держится на дереве неплохо, но он еще зеленоватый чуть-чуть. Чуть-чуть зеленоватый. Такие вот плоды. Кого не спрашивают, никто не знает, что за сорт. То есть это не ренклод Альтана, какой-то другой. Ренклод Альтана похуже по вкусу. Вот внизу, в нижнем ярусе, с лестницы сважу. Этому сорту нужен опылитель. Тут щепнуто в крону 3 или 4 сорта. Одна луча десертная ранняя. Вот она. Висит тоже без нормировки. Потом Stanway щепнута. Сейчас покажу. И Ненька. Вот это вот так вот Stanway вяжется. Вот это рядом Ненька. Вот так вяжется. То есть кто-то что-то ее допыляет. Потому что когда опылителей не было рядом, то опылялась она похуже. А так вот висят. Такие вот плоды. Такие плоды. Тут еще луча. У отца тоже сорт, мы не знаем, какая-то висит. Вон. Тоже ее много. Короче, она по-любому опылитель. Вот типа вот такой опылитель, как Ненька или Stanway, что ее просто как гронами. Так, сейчас надо сважить ее. Вот это этот сорт. Вот он. Сливка красивая. Вот тут она еще зеленая. В паутине он червячок есть даже. Вот она зеленая еще. Вот. Ну, спелые плоды довольно-таки неплохие на вкус. Кисло-сладкие. Есть небольшая терпкость у них. Небольшая такая легенькая терпкость. Снизу. Сейчас еще обойду. Вот они как висят. На дереве аж горят. Красивые. И вверху там тоже висит. Здоровая, высокая, наверное, метров 6. Так, сейчас будем важить. Так, вот я нарвал ее. Сейчас сважим ее. Попробуем, как она на вкус. В принципе, в среднем размер у нее должен быть 50-60 грамм. 64 грамма. Такой вид у нее красивый. Кто может знает, что за сорт, то отпишитесь мне в комментариях, чтобы я хоть понимал, что это. Потому что сколько выращиваем. Итак, она у меня в прайсе подписана как ренклод розовый. Ну, под вопросом, чтобы хоть можно было ориентироваться.
по черенкам. Да, в среднем у нее 50-60 грамм вес. У этого сорта еще такая характерная особенность. Плоды некоторые, вот где плодоножка, а вот это вот такая трещинка у этих сортов, ну именно у этого сорта. То есть если дождливое лето, может подгнивать. Но это более спелых плодов. Вот тут так же самое, вот, трещинка. Так же самая трещинка. Ну, сорт не подмерзает. В принципе, отец его пару раз обрабатывает, потому что его любит очень сильно сливовый пилильщик. Если не обработать его препаратом NGO перед и после цветения, то все в дырочку будет и потом опадает. Плодовый пилильщик его фигачит только так. Вот тоже трещинка есть. Такой сорт интересный. Старый сорт, красивый. На консервацию он хороший, он такой хрустящий, мякоть у него такая хрящеватая. Так, сейчас надо разрезать его. Так, вот я разрезал. Пуши снимаю одной рукой, неудобно. Вот такая вот у него мякоть. Косточка полностью отделяется. У него как аж пустота внутри, где косточка. Вот такая мякоть. Такая она плотная, транспортабельная должна быть слива. Попробуем на вкус. Еще чуть-чуть терковатая. Чай. Кисло-сладкий вкус у нее. Такого сильного аромата не слышу. Интересный вкус, своеобразный. По пятибалльной шкале это, наверное, 4,5 по вкусовым где-то должно быть. Так что вот такой сорт. Кому сорт понравился, пишите, звоните, вышлю черенки для самостоятельной окулировки или прививки, летние или зимние, и будет у вас в саду тоже такой сорт сливы. Проверенный, надежный. Ну, я же говорю, еще раз повторюсь, при наличии опылителя не будет рядом слив никаких, будет очень плохо опыляться. Ей надо обязательно опылитель. В консервации сорт вообще просто бомба, огонь. Очень вкусный, хрустящий, то есть сливы вот эти не распадаются. Для еды тоже хорош. Отцу этот сорт очень нравится. Мне, честно говоря, так. Ну, средний, есть намного вкуснее сорта. Ну, в принципе, для коллекции, для сортности, для того, что он старый, как бы сорт уже забытый. Даже мы не можем, не знаем. Ни я, ни отец, что за сорт, черт его знает. Так что, такие дела. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.